Стоп. С логопедом ты не поговорила и не разговаривала. Ну да, потому что в наших супер-мега-городах, Усть-Каменогорск и Семипалатинск, просто нету логопедов, которые работают со взрослыми людьми. Так, Виктория, что будем петь? Да я вообще думаю, петь мне или не петь. До свидания. До свидания. Ты будешь петь или нет, сейчас говори. Можно? Вам надо, чтобы я пела? Вам не надо, чтобы я пела? Да при чем тут мы? Тебе надо, чтобы ты пела? Мне? Ты хочешь петь или не петь? Петь дома хочу. Для а других... здесь? А здесь? Здесь? А я не вижу смысла. Какой смысл петь? То есть нет, ты петь не будешь? Я не буду петь в таком случае. Ну тогда и мы тебе все говорим. Нет. Ужас. Ужас. Виктория, что произошло? Что случилось? Что произошло, что случилось? Ну, мои понятия. Нельзя людей оскорблять за их вес. Mm-hmm. И что-то еще. Они не знают. Они сидят, извините за выражение, сами еще те гусеницы. Mm-hmm. В прямом смысле слова. Они люди, они чего-то добились. Я не смотрю на них, как, извините, на жертвесток. Я смотрю на них, как на людей, которые чего-то добились. Умные женщины, молодцы женщины, сильные, ухоженные. Кара Жигитова для меня, допустим, человек, который, ну, она уникально умеет голос ставить. Я, допустим, не знала, что многие казахстанские песни, которые мне нравятся, это ее песни. Искалиева сильная женщина, по ней видно. Но я же не могу сказать, что у вас ноги худые, а брюхо висит. А она мне это говорит. Вик, мое личное мнение, ты выглядишь просто шикарно. Да не важно, как я выгляжу, это я, это какая я есть. Между прочим, участницы прошлого сезона тоже худобой не отличались. Но это не влияло им быть девушками, сильными, красивыми, поющими. И вообще, я считаю, немножко с судьями нужно поработать. Или им объяснить, или они зазнались, или это часть звездной болезни какой-то. Но мы же люди, мы не можем друг друга оскорблять за такие вещи. Ты расстроена? Честно говоря, мне неприятно, когда мне говорят не то, что я там что-то такое, а то, что вот повесу. Я желаю тебе удачи, не расстраивайся. Ты шикарная, ты клёвая, у тебя все получится. Спасибо. Да, вам спасибо.